На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Посмотрите, какой кросс. Предельно точный, зрячий. Выложил, как на блюде. А он вообще мастер на такие передачи. Весь мир об этом знает. Вот смотрите, поймал момент, пробил. И вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Георгий, ну у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробиться второго этажа?